Два вора, и скрывшись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатство, но вот беда, последняя монета! Один кричит: «Она моя, я лучше драться!» «Да что ты делал, друг, без моего совета?» «Отдай монету, а не то я рассержусь!» «Мне наплевать, я твоей злости не боюсь!» «Но ведь я похитил деньги и все дело проверну!» «Без моих идей, Никеша, ты бы шагу не шагнул!» «Что же делать нам с монетой? Как же нам ее делить?» «Отдадим покойнику!» «Отлично!» «Так тому и быть!» «Я был проворней, значит, денежка моя!» «Не допущу, чтоб ты богаче был, чем я!» «Сейчас сыплю тебе я в горло и на части разору!» «Я прибью тебя, убитой, и все деньги заберу!» «Что же делать нам с монетой, и как же нам ее делить?» «Отдадим покойнику!» «Отлично!» «Так тому и быть!» Скриня костями вдруг поднялся из земли. Довели меня, проклятые, ей-богу, довели! Воры вмиг переглянулись и помчались на утек. А мертвец все золото с тобой могилу. О-о-о-о.